Видеосюжет «Радио Свобода Тбилиси» рассказывает историю 21-летней студентки-журналистки Гюлькюн Мамедхановой, выросшей в азербайджанской сельской общине к югу от Тбилиси. Гюлькюн рассказывает перед нами свою жизнь и говорит о праве женщин на самоопределение и важности образования. Поначалу учеба в университете давалась Гюльгюн нелегко. Приходилось преодолевать препятствия. Гюльгюн из Текало – это точно выверенное видео о правах и возможностях женщин в патриархальном обществе. Поздравляем Эку Кеванишвили с таким светлым и убедительным фильмом, яркая героиня которого следует за своей мечтой.